Школьные каникулы для семьи Строгановых – время насыщенной культурной программы. Марина с сыном Георгием прошли по знаковым самарским локациям. Музей-заварка в их числе. Рассказывают, давно хотели посмотреть на отремонтированный дом Маштакова. Здесь можно не только окунуться в историю и быт старой Самары, но и поучаствовать во всевозможных мастер-классах, рассчитанных на разную аудиторию. Слышала только, что вот этот дом Маштакова, его отреставрировали, и как бы здесь проводится... выставки всевозможные, но не довелось посетить ранее. А сегодня с удовольствием пришли, чтобы наконец-то посмотреть изнутри это красивое здание. Оно красиво как снаружи, так и внутри. По словам сына Марины Георгия, в заварке уютно пахнет деревом и много интересных экспонатов. Хорошее впечатление узнать что-то новое. Смотреть на старинные достопримечательности. Музей-галерея «Заварка» теперь филиал музея Эльдара Рязанова. Но, по словам организаторов, несмотря на новый статус, он сохранит свою атмосферу и самобытность. Мы, конечно же, безусловно, берем все лучшее и все те традиции, которые заложили Самарское региональное отделение ВАИПИК, весь тот год, который они здесь плодотворно трудились. Здесь по-прежнему будет всегда открыты двери, всегда добродушная, теплая, радостная обстановка. Каждая выставка будет сопровождаться серией культурно-просветительских мероприятий, концертов, встреч. Мы готовимся к тому, чтобы на первом этаже открылась чайная. Организаторы анонсируют новую экспозицию в галерее. 10 ноября здесь откроется фотовыставка пионера цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского. Выставка будет посвящена народам, населяющим Самарский регион. Помимо экскурсионной программы, гостей ждет интерактивная программа и мастер-классы. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.